Тут, кстати, вообще никто не стоит, но удар охуенный. Спасибо, Киелине. Просто без помех с 11-метровой мог бы и забить. Сильнее бы нажал. Точка-то хорошая была для лонгшота. И бежал Игуаин хорошо. Блять. Вообще просто... Я не знаю, настолько нулевая играю из-за этого сраного говна с штрафным проёбченко. Кам... И, блядь, включили мне вместо центрального защитника. Абумиянг бежит по центру. Мне включают флангового, и из-за этого я догнать не могу. Охуенно, конечно, логика просто 10 из 10. Клихон, давай, днарь, блядь. Да, все. На последних минутах Абумиянг это просто чит говна. Хорошо, что у него с финишем полная срань. Буфон тащит. Уже, наверное, штук 5 верных моментов достал. Господи. PES 2016? Нет, я, конечно, не буду его пробовать. Ты понимаешь, что игры, во-первых, на ПК за 1000 рублей продают пастгеновский PES? Вообще охуевшие шакалы, блядь, ебанутые. А на ПК купить... Ну, если ты мне кинешь деньги на него, я, блядь, может, и куплю. Но это полный пиздец брать за 3 тонны игру, которая, скорее всего, полная какашка просто. Очевидно, потому что последние 8 частей ее были полнейшим говном. Купить ее за 3000, это надо, блядь, обладать каким-то альтернативным мышлением. Я лучше реально бейсбол за 2 тонны куплю, и то, наверное, удовольствие больше получу, чем от этого сракотана тупорылого японского. Была отличная игра, сделали из нее говно какое-то, я просто с этого охуеваю. А то, как они неуважительно к компьютеру относятся, ну, точнее, к пользователям компании, вообще, ну, не выпускай ты, блядь, вообще игру на компе, если ты делаешь на движке 2008 года ее. Ну, поимей хоть совесть-то, блядь. Нет, они просто продают за 900 рублей, блядь, игру на движке 2008 года в Стиме. Это пиздец. Хуже этого я не знаю, блядь. Что вообще, в принципе, может быть. Евреи ебаные, блядь, китайские. Да, блядь, мудила ты, что ли? Ну, вообще, один стоял, мог бы и попасть башкой. Здесь постоянно какая-то крылота забивает, блядь. Азары там головой ебашит, но нет. Этот мудила выпрыгнуть не смог, ударить. Перепрыгнул мяч. Классно. Классно. Классный денек сегодня. Просто лучший.
Да нет, даже сопротивляться не имеет смысла. Я не знаю, почему у меня нет на этом аккаунте какой-нибудь команды со стариджем впереди просто. И забрасывать на него. Видимо, мне лень было. Ладно, пойдем бить паука снова. Что еще остается делать? Буду бить, пока не убью. Сейчас нафармим снова лечилок. Сколько времени? 2:37. Ну вот до 5 утра побью паука. Если убью, то отлично будет. Если нет, то нет. Пошли бить паука. Надо просто понять, как... Ну, я на последней стадии теперь вообще просто 10 динамитов закину, скорее всего. На последней стадии. Не вижу другого выхода. Постараюсь, конечно, что-то отнять, но, по-моему, здесь реально 10 динамитов, это 1000 с хером урона, и потом просто йоло удар какой-нибудь, и, возможно, у меня получится. Возможно. Не, в пизду фифу, в пизду. Что-то я поиграл, меня так заебало. Я реально надеюсь, что 16-й, ну, не будет такого пысодрочевского говна. Отвратительного. Которая просто выбешивает. Сейчас быстренько хилки подфармим. Семь раз всего лишь надо толстяков убить. Так, сколько у меня? 8 хилок, даже меньше. 2 противоядия. Поехали в сон охотник. Сейчас быстро подформлю, заодно и душу подформлю, и... И все будет нормич. На динамит. Все будет нормич. Здорово, здорово, We Love Games. Как дела твои? Что-то громкая какая-то игра стала. Хер его знает почему. Потише сделай. Я, кстати, думал Shrine HL купить. Мне что-то в хоккей хотелось поиграть, но потом я подумал, что в него тоже... Но я просто вспомнил последний хоккей от EA Sports, который я играл, и там, короче, по сети выигрывали люди, которые контролировали вратаря. Когда атаковал соперник, надо было включить вратаря и встать ровно по центру ворот, тогда тебе невозможно было забросить, и это было так убого. Но это была 2005-я, по-моему. То есть, может быть, с тех пор они научились делать хоккей. Но глядя на футбол, я сомневаюсь. Глядя на футбол, есть определенные сомнения в этом. Пишите мне там, когда кто-то подпишется, чтобы я это...
обращал внимание, как-то озвучивал, потому что другого способа нет, к сожалению, сегодня следить за всем этим. Я думаю, что это дерьмо, которое я сейчас буду делать, оно по времени то же самое займет, если я там буду ждать, пока чувак меня убьет, но зато мы еще и душ набьем немножечко. Так что наслаждайтесь. У меня вообще халявная PlayStation. Только толку от этого, она все равно говно сраная. Вот если бы она подорожала до 70 тысяч, ее можно было бы продать за 70 тонн, то я бы вообще не задумываясь это сделал. А так вроде и не мешает, да и все-таки есть хоть какие-то игры. Та же Destiny мне реально нравится, жалко, что народ ее не особо смотрит. Типа не прижилась она у нас в России, всем насрать на Destiny. Ну и PlayStation'ов у нас не так много, как за рубежом, где она у всех почти есть. И сама Destiny, видимо, нашему народу не очень близкая. У нас что-то народ любит Dota, там, не знаю, говно всякое, короче, вы поняли. Перечислять эти зашкварные названия я не буду. То есть если начать стримить там какой-нибудь San Andreas проходить, то придет там 1008 изи на эту срань смотреть. Может быть, как-нибудь и займусь. Но завтра Black Desert. Тоже не от хорошей жизни. Кушать-то надо, правильно? Правильно. Блять, ну. Ну ладно тебе. Так. Сейчас дам в банк на хранение души свои. Давай, мужик, давай. Давай. Хорошо, насаживай меня. БДО ты посмотрел для ознакомления? Да какое там ознакомление, я уверен, что это такое. Ну, типа, я ее только с Архейджем смогу сравнить, и мне кажется, что все равно лучше играть в БДО. Даже сейчас мне так кажется, чем в Архейдж. Хотя я игру еще не видел. Надо быть совсем неудачливой компанией игровых разработчиков, чтобы переплюнуть в говноедстве Архейдж. Добрый день. Верните душ. Спасибо. Ну, не душ, а это говнище. Сколько там стоит? А? 1002 мне нужно. Вроде как. Ну, я что-нибудь продам в крайнем случае. Дэн, который Вилогеймс, а ты как прошел паука ядовитого? Расскажи мне. Может, у тебя есть какой-нибудь охуенный способ за колонну встать, например, как-нибудь бить сквозь нее. Что это за игра? Это FIFA 2015. Футбол. Не видно разве? У меня все не вылезает из головы фраза, точнее слова о том, что того босса можно наблочить. Я вот думаю...